Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на избирательный участок 3946 к 10 часам утра. Руководитель региона голосовал вместе с супругой и дочерью. После получения избирательного бюллетеня глава региона прошел в кабинку для голосования, а потом опустил бюллетень в электронный ящик. Важный в стране день, очень солнечно, очень приятно, что все участки в Подмосковье открылись, более 4000. Мы контролируем процесс организации голосования, знаем, что явка хорошая, люди идут голосовать. Я очень надеюсь, что этот день пройдет вот на такой позитивной ноте и будут хорошие результаты для всех кандидатов. С самого утра в Барвихе шло активное голосование. К 10 часам избирательный участок 3946 посетили 80 человек. Люди приходят с очень хорошим настроением, явка неплохая, постоянно народ, что радует. Мы готовились, у нас большая концертная программа, артисты наши ждут избирателей. Проголосовала в Барвихе и депутат Государственной Думы Оксана Пушкина. Народная избранница отметила, что выборы президента – важное событие для каждого россиянина. Я думаю, что необходимо голосовать, потому что мы не биомасса, с нами должны считаться. И вот этот момент, что я не голосую, я саботирую, ну и саботируйте, да, это неправильно, потому что вы здесь можете продемонстрировать свое отношение к любому из кандидатов. За ходом голосования на участке следили наблюдатели от «Единой России» и КПРФ. Позже к ним присоединились представители Одинцовской общественной палаты. Для избирателей подготовили и культурную программу. На входе их встречали артисты, чтобы создать праздничное настроение в этот решающий для жизни нашей страны день.